Значит, то, что каждый ребенок имеет право радоваться, развиваться и расти рядом с лошадьми, дружить с ними, общаться. И помогая детям, особенным детям, я делаю даже лучше себе. Диана Тимершина одна из первых приняла участие в новом проекте Центра ипотерапии. Здесь она занимается вместе с детьми, которые имеют ограничения в здоровье. Рассказывает, что такое общение полезно для обоих сторон. Она помогает своим ровесникам с лошадьми, а они знакомят ее со своим миром, где все не так, как у других. В этом году решили попробовать новые направления и сделать инклюзивные занятия, когда совместно на тренировках занимаются и здоровые дети, и дети с ограниченными возможностями. Каждый ребенок здесь особенный не только из-за здоровья. Например, Диляра катается с закрытыми глазами. Говорит, что так она лучше чувствует лошадь. Я вижу очень плохо. У меня один глаз не видит, И получается, когда я сажусь на лошадь, закрываю глаза, это мне позволяет, не видя то, что происходит вокруг, а ориентироваться только на свои чувства. Ипотерапией девочка занимается уже третий год. За это время она успела не только поправить свое здоровье, но и занять несколько призовых мест на различных соревнованиях. Вместе с ней свои успехи демонстрирует Ким. Парень уверенно держится в седле. Верхом на лошади он выглядит обычным счастливым ребенком. У нас есть проект «Четыре лапы», который направлен на поддержку животных. Помощь пришла от районов Стречинского, Пастовского и Высокогорского. Они помогли обеспечить сеном и опилками на 3 месяца вперед. Такой большой запас позволил снизить стоимость занятий и оказал существенную финансовую помощь центру. Ведь в период пандемии, когда занятия были отменены, учреждение осталось без средств для содержания лошадей. Теперь жизнь здесь течет в прежнем русле. Дети счастливы, их четвероногие друзья, судя по всему, не меньше. Елена Кривопатри, Максим Малов, телеканал «Эфир».